Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Вилли, и сегодня по вашим просьбам мы будем лепить ежика Соника. Да, и если вы не хотите пропустить новые видео, то обязательно подписывайтесь на наш канал. Для лепки ежика Соника мне понадобится 2 целых брусочка синего пластилина, также белый, желтый, красный, черный, коричневый, зеленый пластилин для подставки, также инструменты и мягкая алюминиевая проволока. Сначала слепим голову. Для этого я скатаю один большой шарик центральный и иголки сделаю из 6 шариков поменьше. Итак, друзья, как вы, наверное, уже поняли, я буду лепить современного ежика Соника. Ну а пока я буду лепить, я расскажу вам историю этого персонажа. Всемирно любимый ежик появился на свет благодаря тому, что компания Sega в 1990 году поручила своему подразделению разработать такую игру, которая бы могла разойтись тиражом в миллион, а то и более экземпляров. А еще Sega поставила задачу создать такого персонажа, который смог бы стать талисманом компании. Конечно же, претендентов на такое почетное место было несколько, в том числе Заяц, Пес и другие. В конечном итоге выбор сузился, и между ежиком и броненосцем выбрали первого за его, так сказать, колючесть, автором которого был Наото Осима. Над игрой работали 15 человек, которые назвали себя Sonic Team. Суть создания Соника – показать борьбу природы с технологическим прогрессом. Доктор Эггман показан в игре как злодей, который загрязняет окружающую среду и использует механизмы для ее уничтожения, а Соник, в свою очередь, препятствует этому. Сам же образ нашего героя со временем изменялся. Изначально в видеоиграх Соник был детского вида с круглым телом и маленькими иголками, а глаза были без радужных оболочек. Вот таким образом я сделал иголки и уши на голове. Теперь мне будет нужен бежевый пластилин для того, чтобы слепить мордочку. В 1998 году выходит игра Sonic Adventure, где Соник стал более с высокими и длинными ногами. Иголки стали длиннее, а глаза нарисовались зелеными радужными оболочками. Тело стало менее сферичным. Дальнейшие изменения Соника произошли в 2006 году в игре Sonic the Hedgehog. Ежик стал еще выше и стройнее, а иголки и шерсть приобрели более светлый оттенок. Что же касается сторонних произведений, таких как комиксы и видео, то они использовали вариации Соника из игр, но с некоторыми ограничениями, установленными стандартным описанием модели. Хотелось бы также сказать пару слов о характере Соника. Ежик любит приключения, бег и, конечно же, скорость, а еще обожает загорать на пляже. Что же касается нелюбимых занятий, он ненавидит стоять на месте. Самой главной своей задачей он считает спасение мира и борьбу против роботника, так как для него это вовсе не составляет геройства. Он расценивает это просто как хобби или что-то вроде развлечения. Соник беззаботен, а еще он не любит воду. Sonic Boom – франко-американский мультсериал, основанный на серии Sonic the Hedgehog, является первым мультсериалом, сделанным целиком с помощью 3D-графики. Премьерный показ мультсериала состоялся в ноябре 2014 года на каналах США и во Франции. Также в 2014 году вышла и игра Sonic Boom. Она разрабатывалась эксклюзивно для приставок Nintendo. В России и странах СНГ мультик Sonic Boom появился на канале Карусель 5 марта 2016 года. В этом году вышел второй сезон. События мультсериала разворачиваются в альтернативном мире, отличном от вселенной видеоигр. Каждая серия представляет собой отдельную историю с участием главных героев ежика Соника, лисенка Тейлза, ехидны Наклза, ежихи Эми Роуз и нового героя-барсучихи Стикс, противостоящих очередному коварному плану доктора Эггмана. В роли противников также выступят как знакомые по играм, так и совершенно новые персонажи. Голова Соника готова, далее я слеплю туловище, руки и ноги.
На туловище у ежика сзади три иголки, две побольше и одна поменьше. Или, может быть, снизу это хвостик. Кстати, ребят, если вы знаете, хвостик это или иголка, то напишите в комментариях. Для лепки рук и ног ежика я буду использовать мягкую алюминиевую проволоку. Из пластилина зеленого цвета я слеплю подставку для нашей фигурки. На руках и ногах ежика бинты, их я слеплю из белого пластилина. На шее ежик носит коричневый шарф. Для соединения туловища и головы я буду использовать половинку зубочистки. Вот такая вот фигурка ежика Соника у меня сегодня получилась. Всем огромное спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк.
Также подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Далее, как обычно, будут приветики от моего котика Вилли, а также фотографии ваших поделок из пластилина из нашей группы ВКонтакте. На этом я с вами прощаюсь, желаю всем отличного настроения, до скорых встреч! Первыми пасхалки в предыдущем видео нашли Карлан Смогулова, Кейт Катюша, Полинка ЛПС Лайк. Ребята, передаю вам огромный привет! Также хочу передать привет за репосты из нашей группы ВКонтакте. Передаю привет Александру Соболеву, Виктору Лисееву, Даниилу Мишукову и Ивану Саханко.